Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Николай Васильевич Дасекин. Русский живописец, импрессионист, скульптор, сценограф, член Товарищества передвижных художественных выставок, участник выставочного объединения 36 художников, учредитель Союза русских художников. Родился 7 мая 1863 года в семье известного русского фотографа, владельца фотографических мастерских в Харькове и в Москве Василия Дасекина. Двое из четырех детей Василия Дасекина стали художниками. В 1879 году переехал в Москву, где до 1894 учился рисунку и живописи в пейзажной мастерской Александра Киселева. В 1896 покинул Россию и до 1918 жил в Париже, продолжив образование, посещая мастерскую Елизаветы Кругликовой. С 1888 года экспонент Товарищества передвижных художественных выставок. В 1900 году становится полноправным членом товарищества, однако в 1901 вышел из товарищества, выступив против неравноправного положения молодых художников. И вместе с Аполлинарием Васнецовым, Сергеем Виноградовым, Василием Переплетчиковым становится инициатором создания своего выставочного объединения, которое по числу входящих в нее членов получило название 36 художников. Проведя две выставки в 1901-1903 годах, Московское общество 36 художников и Петербургское объединение «Мир искусства» создают в 1903 году Союз русских художников, одним из учредителей которого становится Дасекин. В 1918 году Дасекин вернулся в Россию и с 1919 по 1921 год возглавляет кооператив художников в Ростове-на-Дону. С 1922 по 1925 год сотрудник Московского кустарного музея. Умер 11 августа 1935 года в Москве, похоронен на Донском кладбище. Ну, вот такая информация о русском живописце, импрессионисте, скульпторе, сценографе Николае Васильевиче Дасекине. Информация из Википедии. Пока-пока, до свидания. Смотрим работу.